Украл и потратил. Подозреваемый в краже 250 тысяч рублей задержан в Махачкале. С заявлением в отдел полиции по Кировскому району обратился 32-летний житель города Южно-Сухокумск. По его словам, из салона рейсового автобуса у него похитили рюкзак с деньгами. Оперативники по горячим следам задержали водителя автобуса, 37-летнего жителя Москвы. В отделе полиции мужчина в содеянном сознался, отметив, что уже потратил похищенные из рюкзака деньги на личные нужды. Возбуждено уголовное дело. Сорвал рюкзак с деньгами. Где это было? На автобусе ехал в Москву, Махачкала. По дороге нашел рюкзак без хозяина. Взял его, присвоил. Что находилось в рюкзаке? Денежные средства. 250 тысяч. Что сделали с деньгами? Потратил. На что? На свои нужды.